Целебные свойства плодов облепихи и вырабатываемое из них облепихового масла были открыты еще в глубокой древности. Первые упоминания о чудодейственной силе ягод облепихи встречаются в XI веке до нашей эры в трактатах древнетибетских и древнегреческих врачевателей. Гиппократ в своих научных трудах подробно описывал благотворное действие плодов облепихи при лечении заболеваний желудка. Воины Древнего Рима и Древнего Египта часто использовали ягоды облепихи для заживления полученных в боевых походах ран, а Авиценна советовал использовать облепиховое масло для лечения ожогов. Еще в Древней Греции молодые ветви и листья применялись для лечения больных лошадей. После такого питания животные начинали быстро прибавлять в весе, а шерсть становилась гладкой и шелковистой. Именно за эти свои необычные качества облепиха и получила название, на латыни звучащее как «лоснящаяся лошадь». Целебные свойства облепихи были знакомы и славянским народам. Знаменитый создатель славянской письменности, просветитель Кирилл, во время своих путешествий врачевал местных жителей, используя красное масло. Надо полагать, что для лечения ожогов и ран он применял именно облепиховое масло, поскольку оно, единственное среди растительных масел, имеет характерный оранжево-красный цвет. Подавалась облепиха и к царскому столу. Чтобы привезти изысканную ягоду восковуху, как ее называли в Древней Руси, снаряжались целые экспедиции для ее заготовки к берегам Дуная и Дона. Наши предки отлично знали, что плоды и сок облепихи восстанавливают силы и помогают справиться со многими болезнями. В конце 19-го, начале 20-го столетия облепиха появилась в коллекциях большинства ботанических садов, а многие люди-садоводы стали интересоваться облепихой как плодовым растением. В 70-е годы 20-го столетия об облепиховом масле заговорили вновь, причем промышленное производство масла было основано на старинных рецептах 17 века, когда ягоды облепихи после продолжительного нагревания с подсолнечным маслом ставили под пресс и получали готовый продукт. В короткий срок этот рецепт стал очень популярным и в официальной медицине, и в домашних условиях. А после страшной аварии на Чернобыльской АЭС выяснилось, что облепиховое масло обладает также и противорадиационным действием, тем самым закрепив за собой звание чудодейственного и помогающего при многих недугах. Обладающее высокой биологической ценностью, облепиховое масло является богатейшим источником наиболее полезных для организма человека веществ. Одной из особенностей облепихового масла является присутствие в его составе большого количества каротиноидов, предшественников знаменитого своей антиоксидантной активностью витамина А. По содержанию этих веществ облепиховое масло является неоспоримым лидером среди растительных масел. Синтезируемый из каротиноидов в организме человека витамин А обуславливает мощное ранозаживляющее и противовоспалительное действие облепихового масла, играет ключевую роль в формировании иммунитета, в процессах роста и выработки организмом человека стероидных гормонов, в работе органов зрения и функционирования репродуктивной системы, в процессах естественного синтеза коллагена и кератина. А кроме того, необходимый для нормального состояния зрительного аппарата, кожи и слизистых оболочек витамин А отвечает за регуляцию уровня сахара в крови и принимает участие в формировании костной ткани и зубной эмали.
Высока также концентрация в облепиховом масле витамина Е. Этого антиоксидантного вещества в масле облепихи в два раза больше, чем в масле зародышей пшеницы, необходимой для полового созревания, сексуальной активности и выработки тестостерона, играющий главную роль в процессах сперматогенеза и эмбрионального развития. Витамин Е усиливает противовоспалительное, иммуностимулирующее и ранозаживляющее действие содержащегося в облепиховом масле витамина А. Кроме того, этот витамин молодости способствует поддержанию оптимального гормонального баланса и нормальной увлажненности кожи, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и мускулатуры и играет весьма важную роль в предотвращении преждевременного старения организма человека. Поддержанию другого антиоксиданта, витамина С, облепиховое масло также лидирует, уступая лишь маслу шиповника. Стоит отметить, в облепиховом масле витамина С значительно больше, чем в апельсинах, лимонах и других цитрусовых. Участвующий в синтезе нуклеиновых кислот, углеводном и липидном обменах, обладающий противовоспалительными и противоаллергическими свойствами, витамин С играет важную роль в процессах кроветворения, выработки коллагена и синтезе стероидных гормонов, укрепляет стенки кровеносных сосудов, благотворно влияет на функциональное состояние органов зрения и также, как содержащиеся в облепиховом масле витамины А и Е, активно способствует укреплению иммунитета. Присутствующие в составе облепихового масла витамины группы В, В1, В2, В3, В6, В9 принимают активное участие в белковом, углеводном, водно-солевом и липидном обменах, а также участвуют в синтезе гормонов, вырабатываемых надпочечниками, щитовидной и поджелудочной железами. Эти витамины ответственны за регуляцию работы нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и мышечной систем, а также необходимы для полноценной работы органов зрения и для хорошего состояния кожи, ногтей и волос. Недостаток в организме витаминов группы В, как правило, приводит к анемии, развитию язвенной болезни, ухудшению заживления ран и другим негативным последствиям. Витамин К, высоким содержанием которого отличается облепиховое масло, нормализует свертываемость крови, снижая риск подкожных кровоизлияний, а также необходим для профилактики остеопороза и нормальной работы почек. Жирнокислотный состав облепихового масла весьма разнообразен. В масле облепихи содержатся наиболее полезные для организма человека мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты – пальмитиновая, олеиновая, линолевая, линоленовая. Также в облепиховом масле присутствуют и представители насыщенных жирных кислот – пальмитиновая, стеариновая и меристиновая. В комплексном сочетании, входящие в состав облепихового масла, моно- и полиненасыщенные кислоты, как и содержащиеся в этом продукте витамины А, Е и С, оказывают выраженное противовоспалительное и иммуностимулирующее действие, благотворно влияет на состояние кожи, а кроме того способствует улучшению липидного обмена, восстановлению нормального гормонального баланса и эффективному очищению организма от шлаков, токсинов и других вредных веществ. Стоит отметить, что содержащиеся в масле облепихи омега-6, омега-9 и омега-3 кислоты в комплексе с пальмитиновой кислотой оказывают весьма благотворное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, нормализуют артериальное давление, снижает риск тромбообразования, предотвращает образование на стенках сосудов опасных холестериновых бляшек. Язве желудка и двенадцатиперстной кишки за 30-40 минут до еды назначает по одной чайной ложке облепихового масла 2 раза в день. При лечении эрозии шейки матки и воспалительных заболеваний влагалища использует тампоны, обильно смоченные облепиховым маслом. Облепиховое масло хорошо помогает при лечении ожогов. Пролежни, трофические язвы, гнойные раны и ожоги хорошо промывает раствором антисептического средства, слегка просушивает, капает на них пипеткой облепиховое масло, накрывает стерильной марлевой салфеткой, вощеной бумагой и забинтовывает. Повязку меняет через день. Пораженные места очищаются от гнойных налетов и быстро зарастает. Часто совершенно не остается рубцов и шрамов.
Если вас беспокоит ангина, растворите большую ложку масла в теплой кипяченой воде и используйте для полоскания. Полоскать горло лучше дважды в час. Для профилактики атеросклероза принимайте по десертной ложке трижды в день в течение месяца. Облепиховое масло при насморке благодаря своей консистенции обволакивает слизистую оболочку, снимая с нее раздражение, уменьшает воспалительный процесс и размягчает образовавшиеся корочки. В процессе лечения насморка этим натуральным продуктом растительного происхождения снимается отек слизистой носа, уменьшается ее секреторная активность, благодаря чему вскоре улучшается носовое дыхание. При простуде облепиха полезна тем, что в ней содержатся витамины, жирные кислоты, микроэлементы, фосфолипиды и кератониды. Уникальный комплекс витаминов, содержащихся в растительном продукте, способствует более активной борьбе организма с инфекциями, вирусами и бактериями. Активные компоненты облепихи способны активировать кровообращение. Кроме того, они оказывают на организм такое действие – антимикробное, противовоспалительное, иммуностимулирующее, антиоксидантное, регенерирующее. Использование масла не вызывает сухости слизистой, как это бывает при закапывании сосудосуживающих капель. В таком богатом составе и комплексном действии облепиховое масло от насморка является незаменимым средством. Лечение этим проверенным безопасным народным средством дает хороший результат. Уже через несколько дней регулярное закапывание полости носа насморк проходит и человек полностью выздоравливает. Особенности и способы применения средства. Облепиховое масло при насморке может применяться как в чистом виде для смазывания слизистой оболочки носоглотки, так и в разбавленном для проведения ингаляции. Ингаляционное лечение способствует быстрому выздоровлению без применения антибактериальных и сосудосуживающих капель. При простуде облепиховое масло может быть назначено в виде капель в нос. Лечение состоит из таких действий. 4 раза в день нужно капать масло по 2-3 капли в каждую ноздрю. Сразу можно будет заметить улучшение собственного самочувствия, ведь отечность снимается и дыхание восстанавливается. Быстрый эффект от лечения насморка этим народным средством объясняется тем, что полезные свойства облепихи при простуде заключаются в содержании в ней большого количества витамина С, который обладает антимикробным и противовоспалительным действием. Применение облепихового масла при простуде основывается не только на закапывании средств в носовые ходы, но и на проведении лечебных ингаляций. Для проведения процедуры не обязательно иметь специальное устройство ингалятор. Ее можно осуществить и с помощью подручных средств. Необходимо литр воды довести до кипения, добавить в воду 3 капли масла, держать на медленном огне 30 секунд, снять, немного остудить и дышать паром 10 минут. Затем нужно наклониться над емкостью, накрыться махровым полотенцем и дышать целебными парами. Если используется при проведении ингаляции облепиховое масло от насморка ребенку, то процедура не должна длиться больше 2 минут. После применения средств из облепихи волосы станут более здоровыми, блестящими и крепкими. Маск со смесью масел касторового и облепихового масла. Способ применения. Нужно взять масло в одинаковой пропорции и втереть на чистую влажную голову. Далее волосы нужно укутать пленкой и сверху полотенцем. Подождать полчаса. Смыть нанесенное средство либо настоем ромашки, либо нашатырным спиртом, разведенным водой в пропорции 1 чайная ложка спирта на 1 литр воды. Средства, которые можно применять при жирных волосах. Состав. По 2 капли ложки касторового и облепихового масла, 2 желтка. Способ приготовления. Хорошенько смешать масло с желтками. Способ применения. Нанести полученную смесь на кожу и оставить на полчаса, укутав голову, обернув ее пленкой и полотенцем. Далее помыть голову обычным шампунем. Маска для ускорения роста волос. Препарат, позволяющий в домашних условиях приготовить такую маску, можно легко приобрести в ближайшей аптеке. Использование димексида в сочетании с облепиховым маслом стало возможным благодаря открывшимся поразительным свойствам препарата. Они известны всем дерматологам и косметологам. Применение этой маски позволит добиться прекрасных результатов, увеличивающих рост волос до 8 см за 2 месяца. Разумеется, если делать маску регулярно, порядка 10-12%.
процедур. Для приготовления рецепта нужно будет димексид развести в пропорции 1 к 10, чтобы не вызвать раздражение кожи головы. Берется 2-3 столовые ложки нашего масла на 1 столовую ложку сделанного раствора. Это все смешивается и затем втирается в корни волос. По прошествии 15-20 минут смывает шампунем и ополаскивает травяным отваром. Для хороших результатов следует отводить пару подобных процедур в неделю. Для восстановления поврежденной структуры волос вам понадобится взять по 2 столовые ложки разных масел репейного, касторового и облепихового. При желании можно немного добавить эвкалиптового масла. Применение подобной маски полезно своими питательными и витаминными свойствами в зимнее время. Все компоненты нужно смешать и подогреть на водяной бане. Для большего эффекта можете добавить по капельке витаминов Е и А. Далее действуем по той же схеме. Втираем в основание волос, распределяем средство по всей их длине, но оставляем здесь уже на 30 минут. После всего этого смываем теплой водой с применением ухаживающего шампуня. Ополаскиваем волосы отваром трав или водой, смягченной яблочным уксусом или лимонным соком. Маску применяют каждые 3-4 дня. Маска для борьбы с перхотью. Применение маски способствует восстановлению нормального здоровья волос, так необходимого при проблемах с перхотью. Смесь из облепихового и оливкового масла в соотношении 1 к 3 станет отличным средством для решения проблем с перхотью. Полученное косметическое средство втирается мягкими движениями в кожу головы и распределяется до кончиков волос. Оставляет маску на 40 минут, укутав предварительно голову в теплое полотенце поверх надетого на голову полиэтиленовой процедурной шапочки. До исчезновения признаков перхоти потребуется использовать эту маску каждые 3-4 дня на протяжении 2 месяцев. В чем же ценные свойства масла облепихи для лица? Именно уникальный, идеально подобранный состав этого замечательного средства обуславливает его полезные свойства, которые великолепно подходят для ухода за сухой, морщинистой и увядающей проблемной кожей лица. Масло обладает смягчающими, питательными, омолаживающими, тонизирующими, увлажняющими, лечебными и защитными свойствами. Также оно прекрасно устраняет сухость и шелушение кожных покровов, способствует повышению тонуса, эластичности и упругости кожи. Кроме того, за счет омолаживающего действия масло облепихи эффективно избавляет от неглубоких морщин, выравнивает рельеф и поверхность кожных покровов, а также защищает от пагубного воздействия свободных радикалов. Также оно является замечательным профилактическим средством против раннего проявления признаков старения и формирования ранних морщинок. Нельзя не сказать об осветляющих свойствах облепихового масла. При систематическом применении оно отлично справляется с пигментными пятнами и веснушками. Благодаря активным восстанавливающим и регенеративным свойствам масло рекомендуется в качестве хорошего средства против повреждений кожи и ее заболеваний, таких как волчанка, дерматиты, угревая болезнь, экзема, чешуйчатый лишай, пиодермия и так далее. Замечательные смягчающие, питательные и защитные свойства облепихового масла можно использовать в уходе за поврежденной, потрескавшейся и сухой кожей губ. Помимо этого, оно является прекрасным питательным средством, а также средством для роста и укрепления ресниц. Способы применения облепихового масла для лица. Важно знать, что в неразбавленном состоянии облепиховое масло для лица использовать категорически нельзя, лишь в исключительных случаях при сильных повреждениях и только посредством точечного нанесения. Кстати, применять для кожи следует масло облепихи, извлеченное только методом холодного отжима и никак иначе. Все это объясняется тем, что в его составе присутствует такое вещество, как каротин, причем не в маленьких количество, которое способен повлиять на чувствительность кожи, ослабив тем самым ее защитные функции. В чистом виде данное масло рекомендуется использовать для решения проблем веснушек и пигментных пятен, а также для смазывания обветренной и потрескавшейся кожи губ, что особенно важно в осенне-зимние периоды времени. Но не только сухая кожа выигрывает от применения данного масла, оно полезно при жирной коже с расширенными порами, поскольку оно способствует стабилизации жирового обмена. Стоит только протереть кожу лица маслом облепихи, как ее кислотная реакция сразу же восстанавливается. К тому же важно помнить о дезинфицирующем действии этого уникального продукта, благодаря которому снимается воспаление и раздражение.
Для жирной и пористой и проблемной кожи хорошо делать теплый компресс из настоя чая, после которого на пораженные участки кожи, к примеру, прыщи, угри, наносить небольшое количество масла. Компресс делается таким образом. Хлопчатобумажную ткань сложить вдвое, смочить теплым настоем чая, слегка отжать и наложить на лицо, сверху накрыв полотенчиком. Длительность процедуры не более 15 минут. Ее можно делать через день, лучше на ночь. Отлично увлажняет чрезмерно сухую кожу смесь дистиллированной воды и облепихового масла в соотношении 5 к 1. Полученное средство улучшит питание кожи, снабдив ее необходимыми веществами. Такую процедуру можно делать каждый день, лучше во второй половине дня. Для придания коже заметной упругости и возвращения ей эластичности рекомендуется такой рецепт. К взбитому яичному желтку добавить чайную ложку облепихового масла. Готовую смесь вылить в миску с 1/2 столовой ложки желтой косметической глины в виде порошка. Все тщательным образом смешать. Должна получиться масса однородной консистенции. Ее необходимо наложить на лицо и подождать 10 минут. Снимать маску следует вначале теплой, а затем прохладной водой. Чтобы получить видимые результаты, такую маску рекомендуется делать 2 раза в неделю. Она действительно дает подтягивающий эффект уже после первой процедуры. Кроме того, значительно улучшает цвет лица. При грубой и сухой коже с признаками увядания и недостаточного питания эффективна следующая маска. Развести чайную ложку меда теплым молоком в количестве 3 столовых ложек. Как только мед растворится, в эту массу добавьте 1 столовую ложку творога высокой жирности, домашнего, деревенского, если есть такая возможность. И тщательно разотрите. Масса должна получиться однородной, без признаков комочков. В нее добавить 1 столовую ложку облепихового масла. Полученную массу следует нанести на кожу и оставить на 15 минут. После этого маску необходимо снять скатывающимися движениями пальцев рук, как при пилинге. В заключении лицо ополоснуть теплой водой. Улучшить состояние и внешний вид сухой морщинистой кожи, придать тонус и напитать ее поможет такой рецепт маски. Сварить обычную не слишком густую, но и не жидкую манную кашу на молоке. Молоко в данном варианте можно заменить нежирными сливками. Как только каша станет теплой, взять 2 столовые ложки каши и смешать взбитым яичным желтком. Далее к составу прибавить жидкий мед в количестве 1 чайной ложки, 1/2 чайной ложки морской соли, можно обычной, только мелкой, 1 столовую ложку свежеотжатого апельсинового или яблочного сока и облепиховое масло в количестве 2 чайных ложек. Массу хорошенько размешать и нанести равномерно на лицо. Можно наложить и на область шеи. Через 20 минут маску снять с использованием вначале теплой, затем прохладной воды. Для ухода за нежной кожей вокруг глаз можно приготовить домашний крем с облепиховым маслом. Взять 1 столовую ложку какао-масла, поставить на водяную баню. Как только оно растопится, добавить неполную чайную ложку облепихового масла. Смесь снять с бани, немного остудить, но не затвердевание. И добавить масляный витамин Е, 1 капсулу. Состав переложить в пустую чистую баночку с крема и использовать ежедневно для питания кожи вокруг глаз. И еще один рецепт домашнего крема для ухода за сухой кожей с признаками увядания. Для его приготовления необходимо сначала сделать травяной настой, для чего смешать 1 столовой ложке листьев черной смородины, зелени петрушки, цветков боярышника и липы, зелени сельдерея. Эту травяную массу заварить 400 мл кипящей воды и настоять примерно 2 часа. После этого настой процедить, затем взять чайную ложку пчелиного воска и растопить с помощью водяной бани. Как только воск расплавится к нему, присоединить 1 столовую ложку сливочного и 2 чайные ложки облепихового масла. Как только масса станет однородной, прибавить к ней 2 столовые ложки полученного травяного настоя. Все хорошо перемешать, снять с огня и начать усиленно. Когда смесь станет менее горячей, взбить ее с помощью миксера на среднем режиме до полного остывания. Готовый крем следует переложить в баночку с крышечкой и хранить в холодильнике. Такой крем не только сделает кожу мягкой и эластичной, но и окажет некоторое осветляющее действие.